Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Минос. Минос – царь древнего Крита, сын Зевса и Европы, муж Пасифаи. Сведения о нем противоречивы. Гомер и Фукидид говорили, что Минос обладал огромным флотом и что столицей его царства был критский город Кнос. Гомер называет Миноса также царем на 9 лет и другом Зевса. Об этом упоминает и Платон, рассказывая, как Минос после каждой 9 лет своего царствования удалялся в пещеру Зевса, чтобы обновить свою с ним дружбу. Благодаря своей справедливостью, Минос стал одним из трех судей подземного царства. Этой легенды придерживались все римские поэты. У Данте Минос также является судьей, высылающим каждую грешную душу на тот круг ада, который она заслуживает. Именно поэтому знаменитого мыслителя Родена, задумчиво сидящего перед вратами преисподней, иногда называют Миносом. С другой стороны, по аттической версии легенды, Минос воевал с Мегарой и Афинами, а после смерти своего сына Андрогея взымал с Афин ежегодную дань. Минос также заключил под стражу Дедала, и тот построил для Минотавра лабиринт. После побега Дедала Минос пытался разыскать его на Сицилии и был убит. По имени Миноса культура Крита называется Минойск. Это 1600-1400 год до нашей эры. Из Википедии имя его стало синонимом справедливого правителя. Пасифая, разгневанная частыми изменами Миноса, заколдовала его. Каждый раз, когда Минос сходился с другими женщинами, она напускала на них гнус, и женщины погибали. Прокрида дала ему выпить настой корня кирки и исцелила его. По другому рассказу, Минос испускал при совокуплении змей, скорпионов и скалопендр, и женщины погибали. Тогда Прокрида придумала ввести мочевой пузырь козы в тело женщины. И Минос изверг змей туда, после чего исцелился и смог сойтись с женщиной. Смерть его постигла в Сицилии, в городе Камик, где он преследовал Дедала. Чтобы найти спрятавшегося беглеца, прибывший на Сицилию Минос, в каждом городе задавал задачу пропустить нить сквозь спиральную раковину. Дедал смог решить ее, запрягая в нить муравья, чем и выдал себя, когда Минос потребовал выдать беглеца Кокалиды, дочери царя Кокаллы. Убили его в бане, пустив в ванну по трубам кипящую воду и обварив его насмерть. Тело его было выдано его спутникам и похоронено ими в Сицилии, которые построили ему пышную гробницу, рядом с которой воздвигли храм Афродит. В дальнейшем кости его были перевезены на Крит, где ему был воздвигнут память. Гора Юкта первоначально считалась могилой Миноса, а затем Зевса. Ну вот так вкратце о Миносе. Минос – царь древнего Крита, сын Зевса и Европы, муж Пасифая. Пока-пока, до свидания.